Всех приветствую. Сегодня у нас Dragon Puzzle или Dragon Strike Puzzle RPG. И очень много интересных ивентов, которые я бы хотел, скажем, показать, осветить. Ну, давайте начнем с первого. Значит, первый ивент, он посвящен стычке с драконом, битве за ключи, то есть за добытые ключи. Мы открываем, ну, босса, примерно как в Империи пазлов, и проколачиваем его. Здесь можно попросить о помощи, и вам помогут там пробить на ключи локацию. Но сегодня ивент не с этим связан. Сегодня ивент связан с тем, что мы будем делать мастера-вербовщика и мастера-призывателя. Давайте начнем с мастера-вербовщика. Вот у меня тут накопились герои. Я их подсварил. И собственно, сейчас буду открывать. Параллельно, я думаю, что мы качнем кого-нибудь. Вот, например, зеленую. Героев у меня валом. Так что качаю я свободно по цветам. То есть с этим проблем здесь нет. Так. Ага. Она максимальная, да, стала? Ну, смотрите, мы ее можем за 6 мечей повысить. И она у нас будет супер конфетная. Нам не хватает. Нам не хватает, собственно, вот эликсиров. Поэтому пойдемте, наверное, сюда и накинем на фиолетовую. Ну, кого мы можем? Вот этого скормить. Кого тут не жалко? Всех на корм пустили. Теперь желтые. С желтыми сложнее. С желтыми сложнее по причине, что очень многих я уже выкачал. Давайте здесь призовем. Еще 80 надо. 80 надо, но мы потом эти лагеря зарядим. Так что это все мелочи. Этот персонаж тоже интересный. Можно его повысить. Будет. Ну, давайте качнем красных, вот эту дамочку. А, хотя, подождите. 30-й. Ну, вот так вот сделаем. Сейчас выкачаю. Все, этих вкачали, остались синие и фиолетовые. Даже не знаю, на самом деле, кого из синих качнуть. Но вот это, кстати, прикольное. Дед тоже прикольный. Фиолетовые.
вообще тройки в идеале бы качнуть. Да. Чё, кстати, фиолетовый. Можно вот этих смело туда влить. Двух персов. Я их вряд ли буду прокачивать. И желтые, да, остались? Угу. Желтые тут повышать. На самом деле даже не знаю, в кого вкачать. Напишите там по желтым. Так, а кто у нас еще есть? Синие, да? Синие, синие, синие. Давайте еще снимем героев. Честно, хватит, но не хватит для того, чтобы всех качать. Да что такое? Так. Красная. Одни синие, слушайте, надо же. Как назло. А у меня нет достойной четверки. У меня есть троечка, на которую мы можем, в принципе, подслить. Троечка есть. Мы можем улучшить ее. Вот, и нам как раз должно хватить. Не хватает, надо же. Чуть-чуть причем. Давайте-то запустим каких-нибудь быстрых. То есть целая пачка, по сути, нужна. Ну и пойдемте. Призывы сейчас не удастся сделать, так как у меня заполнено. Там фиолетовые были. Сейчас вкинем. Кинули персонажа и пойдемте призывать. Ну, предлагаю так, смотрите, сейчас герой у нас Талис, это типа Мистера. Разгонимся на драконах. Заодно миссию выполним. Учение с пяти драконами, ну ладно. Обучение не будем делать, то есть сейчас пойдем попризываем. Ничего интересного. Самое интересное вот здесь. Их здесь не буду делать, сделаем по одному. Уже интереснее. Четверка. И смотрите, кто выпал. Бонусный раунд. Талис. Талис — это круто. Жалко, что ты трехзвездочный. Давайте далее.
Ну и последнего. Видите, троечки выпали. В основном одна четверка. Даже Талис выпал, и то третий. Ну и удобно, что выпадает расширение. То есть можно сразу расширить наших героев. Это всегда плюс. У нас, конечно, их больше, чем задумывалось, но, как вы знаете, с призывов всегда идет в плюс. Значит, дальше испытания нет смысла проводить, потому что никаких плюшек там не дают. Давайте я вам напоследок, перед завершением, покажу, что такое битва с драконом. Как она выглядит. Просто быстренько его проколотим. Как раз свежий 4 миллиона. Посмотрим, как урон идет. На драконе, то есть. Сколько можно набить моей команды в 11 тысяч. Напомню, что это не самая максимальная. Максимальная команда получается где-то 24, самая такая топовая, которую я видел. 24 600, по-моему, даже. Вот. Ну, а здесь так чисто. По факту. Пробиваем, уничтожаем. Получаем плюхи. Причем плюхи такие довольно-таки серьезные. Ну и на этом все. Все, всем пока-пока, удачи.